Льготное кредитование и ответственное поручительство. В Центре развития бизнеса Ненецкого округа прошла встреча участников малого и среднего бизнеса с банкирами и экспертами Фонда поддержки предпринимательства. На этот раз основной темой стало льготное кредитование по ставке 6,5%. Программа льготного кредитования в регионах реализуется при поддержке правительства России. На федеральном уровне определен перечень банков, участников проекта. В Ненецком округе доступные займы бизнесу готовы предложить Сбербанк и ВТБ. Кредиты по 6,5% предоставляются предпринимателям, работающим в приоритетных для государства отраслях, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь, туристская деятельность, здравоохранение и утилизация отходов. Льготное кредитование по низкой ставке уже вызвало интерес со стороны бизнеса в НАО. За консультацией в этом году обратилось как минимум уже 2 клиента. На данный момент идет, естественно, подача заявки. Тем не менее, по схеме сможем мы подать на финансирование только в мае месяце. Этого года? Этого года, да, естественно. В центре внимания предпринимателей, принявших участие во встрече, особенности программы, условия, сумма и сроки кредитования, способы получения кредита. Содействие развитию бизнеса в НАО – задача первоочередная. Но проценты по заемному финансированию порой слишком велики. Предприниматели отказываются от своих интересных задумок. Крепче стоять на ногах поможет бизнесу новация Центра развития бизнеса, а именно поручительство по кредиту перед банком. То есть, если вы предприниматель или юридическое лицо, обратились в банк за кредитом, и у вас не хватает залога, то мы предлагаем воспользоваться поручительством фонда. Поручительство воспринимается банком так же, как основное обеспечение, как имущественный залог. И может покрывать сумму кредита до 70%. Угу. То есть, не имея полного обеспечения, вы можете привлечь сумму кредита, которая вам необходима. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств заключены со Сбербанком, Московским индустриальным банком, ВТБ и Россельхозбанком. Сроки рассмотрения заявки на поручительство не более 3 рабочих дней. Программа уже сделала первые шаги. У нас уже есть сделки, которые мы рассмотрели в прошлом году с одним из банков-партнером. Мы поручились по 3 банковским кредитам, и, соответственно, предприниматели смогли получить кредит в полном объеме, какой они хотели, несмотря на то, что залога не хватало. То есть претенденты уже были? Да. Соответственно, да, в этом году эта программа продолжается. Мы готовы предоставить поручительство по банкам, да, с которыми мы сотрудничаем. Миссия программы – это помощь бизнесу в получении финансирования по сниженной ставке, а также развитие цивилизованного предпринимательского рынка в нашем регионе. Тимофей Жуков, Вадим Носкин, телеканал «Север».